Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задачу из учебника математики 6 класс, автор Мерзляк, Полонский, Кир, под номером 272. Окунев поймал рыбу длиной 8,25 метра, а Щукин длиной 13,40 метров. Кто из них поймал рыбу длиннее и на сколько метров? Запишем краткое условие. У нас есть два рыбака, Окунев и Щукин. Окунев ловит рыбу длиной 8,25 метра, а Щукин 13,40 метров. И нам нужно сравнить, у кого рыба длиннее. Нам придется с вами сравнивать дроби с разными знаменателями. Чтобы сравнить дроби с разными знаменателями, нам нужно привести эти дроби к общему знаменателю, а затем уже сравнить дроби с одинаковыми знаменателями. Итак, ищем наименьшее общее кратное для 25 и для 40. 25 – это 5 в квадрате, 40 – это 5 и 8. Поэтому общий знаменатель, чтобы получить, нужно 25 умножить на 8. 25 умножаем на 8 – это 200. 200 делим на 25 – это 8. А 40 делим на, а 200 делим на 40 – это 5. И тогда Окунев поймал рыбу длиной 64,02 метра, а Щукин рыбу 65,02 метра. А вот теперь мы можем сравнивать. И мы видим, что первая дробь 64,02 меньше, чем дробь 65,02, потому что у первой дроби меньше числитель. Из двух дробей с одинаковым знаменателем больше та, у которой больше числитель, меньше та, у которой меньше числитель. Таким образом, мы можем сделать вывод, что 8,25 меньше, чем 13,40. Но нас просят узнать еще и на сколько метров. Давайте запишем слово решение. И чтобы узнать, на сколько метров длиннее рыба у Щукина, нужно от 13,40 от длины рыбы, которую поймал Щукин, вычесть 8,25. Ну а вычитать мы, конечно, будем дроби с одинаковыми знаменателями. От 65,02 отнимаем 64,02. Знаменатель переписываем. А числители вычитаем. От 65 отнять 64, это будет 1. Итак, на 1,02 метра длина длиннее рыба Щукина. И запишем ответ. Щукин поймал рыбу длиннее чем Окунев на 1,02 метра. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения, замечания, то оставляйте их в комментариях к этому видео.